Сегодня 23 октября. Во многих местах уже холодно, а в Торонто стоит золотая осень. Очень солнечный, красивый день. Листья опадают. А у нас еще дозревает поздний сорт малины. Что мне очень нравится в Торонто, здесь очень много солнечных дней. Даже если прохладно, осенью или зимой, солнца очень много. И это, конечно, создает радостное настроение. Первого октября в Канаде отмечают праздник Хэллоуин, как и во всех англоязычных странах. Украшают дома, дети наряжаются в костюмах, в костюмы ходят по домам, просят сладости. Вот ставят тыквы, всякие фигурки. Вот такие страсти вешают, метлу выметать злых духов. Ой, Боже, рука и череп. Такие вот страсти. Очень красивый дуб. Листья желтые-желтые. Еще немножко облетят. Георгины замечательные. Красота. Вообще самое красивое время года. Мое любимое время года — осень.